На стыке 90-х и 2000-х в России среднестатистическая городская семья воспитывала в среднем одного ребенка. Сейчас ситуация изменилась. По данным последней переписи населения, 75% российских семей воспитывают двух и более детей. В новом выпуске программы «Разговор по душам» развеем некоторые родительские мифы и внесем ясность в отношения родных братьев и сестер. В гостях программы психолог, специалист по родительско-детским отношениям Мария Терентьева. Смотрите «Разговор по душам» во вторник, 24 октября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».